Здравствуйте, друзья. Расскажу вам случай, тут был пару дней назад. Значит, София дает мне трубку и говорит, вот там девушка, значит, ей нужно помочь советом. Девушка прошла вот тем, казалось бы, многим, казалось бы, счастливым путем. Она пошла на практику, ее там оставили. И об этом мечтают очень многие, чтобы вот тебя оставили, и чтобы непременно никогда не искать больше работу, а чтобы она сама как-то к тебе приходила в виде ангела с крылышками. Но, короче, вот девушка никогда не искала работу, но она уже работает, там получает 1070, не бог весть, но понимает, что надо двигаться дальше. И хочет уехать в другой штат. Я, значит, там, ну, поскольку у меня есть возможность посмотреть глазами рекрутера на резюме, у меня есть лицензия рекрутерская, значит, на Дайсе, я иду туда и смотрю в этом месте, значит, что делается. Там, по ключевым словам, делаю обычный поиск на слово QA и Web, да, бывает QA, Mobile, QA, Web, ну, вот так у меня есть какие-то типовые поиски. Значит, и смотрю, там наверху два наших студента, первый и второй, выпускника, там. Собственно, так и должно было быть, потому что они, если ты правильно делаешь, ты будешь наверху. Дальше остается из 20 на странице, остается еще 18. Из этих 18, может быть, пяток действительно в тестировании, а остальные самых разных профессий люди. То есть там не то, чтобы там было много в этом месте, куда она собирается там, значит, перебираться, но... Дело в том, что она в этом списке существенно ниже многих, которые вообще даже не в тестировании. У которых-то и слова QA-то даже нет там нигде в этих ключевых словах, там нигде. Ну, я начинаю с ней беседу. Я говорю, вот видишь, у тебя вот в этом месте, в том месте. Она не очень меня понимает. Тут до меня доходит, что она как бы не в курсе. Я говорю, вот ты знаешь, такое впечатление, что ты у нас не училась никогда. Мы же учим, я рассказываю на уроках, ну ты забыла, хорошо. У нас есть видео, я своими руками, я рассказываю и тут же делаю. Вот все, что от тебя требуется, это смотреть вот это видео на полчаса и делать вот то, что там, ну и все. И ты будешь, самое плохое, что с тобой будет, ты будешь в тройке. Ну, и какое-то я чувствую сопротивление с той стороны. То есть, ну правда, человек, оказывается, первый раз слышит, понимаете? Может, она слышала, но внимания не обращала, забыл, там еще чего. Видео это она никогда не смотрела, ни раньше, ни позже. В общем, я ей объясняю, там, тут же я ей в скайпе бросаю ссылку на это видео. Ну, обычная такая работа идет. Вот. Ну, и в какой-то момент она говорит... Да, я говорю, тебя найти нельзя, понимаешь, ты так как-то зашифровалась. И она говорит, ну все-таки, мне же какие-то люди звонят. И это правда, то есть как бы чудовищно вы там свой профайл этот не создали, на Дайсе, на Монстре, там где-нибудь, кто-то вам всегда позвонит. Проблема в том, что это не те люди звонят, то есть, когда ты фильтр поставил там вот не в том месте, понимаете, ты хотел... слушать там «Голос Америки», а тебе идет там из Китая что-то. Не в том месте стоит. И вот у нее такая же ситуация произошла. Ну, и я уже стараюсь как-то простенько объяснить. А там девочка, она лет, ну, не знаю, там, 27-28. Вот, и молодая девочка, я ей, значит, пытаюсь на понятном ей языке. Я ей говорю, вот представь себе, говорю я, вот девушка молоденькая, у нее такие... ну, как сказать, мысли, она такая романтичная, она вот там губки помазала, глазки подвела, там духами побрызгалась, надела, там, ну, такая моднятина, на каблучки вскочила и пошла, значит, вот в бар и думает, вот она сейчас будет там сидеть у стойки бара и придет какой-то красивый мужчина, захочет познакомиться, какие-то, может быть, отношения возникнут. Она такая романтическая, мечтательная. Вот она пришла в бар, и вот она сидит у этой стойки. И вместо красивого мужчины, они там есть, они там где-то есть, понимаешь? Но к ней подходит какая-то пьянь, которая говорит, would you buy me a drink? Ну, то есть, вот там, угостите девушка, да? То есть, это вообще унизительно уже до последней степени. Но обычно говорят, можно ли я тебе куплю дринк, так в Америке, так, да, can I buy you a drink, да? То есть, могу ли я вас угостить, что как бы повод для знакомства. А тут, значит, вот он говорит, would you buy me a drink? И, понимаешь, говорю, это вот то, как ты на рынке, ты села в таком месте, где всякая пьянь на тебя идет, а красивые, значит,
желанные, можно сказать, компании, там тебя не видят, понимаешь? Люди, которые тебя хотели бы найти. И ты бы хотела, чтобы они тебя нашли. И тут она говорит, вы знаете, Михаил, говорит, так она как-то, и вдруг начала соглашаться. Она говорит, вы знаете, Михаил, сказать вам по правде, говорит, в жизни, вот так, в моей жизни все время на меня вот именно такие мужики и идут. Вот. И так это было неожиданно, что я даже вот уже и не знаю, что сказать. То есть мы-то про работу говорили, а вдруг вынырнула в таком месте. В общем, я надеюсь, что у нее все будет замечательно. Собственно, у нее и так не все плохо. Совсем все неплохо. Но вот такой случай произошел, о чем я вам и рассказываю. Счастливо!